Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня открылся на русском сервере Архидемон. Попробуем его поколошматить героями, которые у меня здесь есть. Я здесь их не вкачивал. Вот сейчас вот такой вот у нас будет. Даже не такой, причем тут это. Причем тут этот состав. Вызывает монстров огромный урон. То есть вызывает, уменьшает получаемый урон. Также огромный урон противнику с наименьшим здоровьем. То есть он с топором. Призывает монстров, не станет, имеет повышение от страха защиту, то есть его можно с разбросом проходить, чтобы он не включался. Я показывал вам на английском сервере в составе, сейчас мы тоже его протестим, только немножко, возможно, будут какие-то изменения. Так, давайте начнем с тыковки. Тыковка у нас была изначально вот такая вот сборка, получается исцеление плюс воодушку я ставил, я набил, скажем так, на там 200 с чем-то тысяч больше. Сейчас мы еще закрепим этот результат, посмотрим. Так, тыковка, ангел, тыква у нас собрана, первый герой есть. Дальше, так, кто там к нам хочет, точнее хочет к себе попасть на аккаунт. Сейчас опять начнется туда-сюда, туда-сюда. Так, следующий наш герой, укротитель. Вот у меня здесь такая сборка, поставим раскол. Все, есть, готово, ставим чикабум. Пиромах, отлично, второй герой собран. Дальше, третий герой. Пробовали мы с Химкой, сейчас мы дойдем до нее. Так, два героя у нас есть. Ведьма. Та же самая ситуация. Раскол, пиромах для забора есть. Так. Три героя. Стрелок. Так, где-то здесь был второй стрелок. Вот такой вот раскол. Это у нас четвертый герой. Огник у нас будет пятый. Столько я посмотрю, где-то у меня еще был один. Вот он. Так, тут у нас шестой раскол, ну пусть будет. На него поставим Шиару. То есть, как видите, здесь нету прокачанных там прорывов на максималку. Будем пробовать загреть на тыковку. Так. И пробуем ставить Химку. Так, и опять же. А, все, отлично. Вот восьмерка у меня есть. Говорю, восьмерок у меня нет. Так, Химка есть, тыква с воодушевлением. Так, третий. Тут есть один нюанс. Если бегать с огником, получается, демон не сильно тыкву бьет. Ну, попробуем сейчас. Так, третий герой. Так, стрелок. Есть вариант бегать с Фрей, то есть тоже такой нюанс есть. Так, на ком там у нас? Можно начинать с... Ладно, попробуем такой вариант сейчас. Сольемся первый, так сольемся. Так, тыковка. С воодушевлением. Так, второй, третий. То есть тут нет 20-х прорывов даже. Это реальный урон. Посмотрим, что они смогут сделать. Конечно, был бы лучше урон поставить раскол и браулера. Но мы сейчас затестим такой вариант. Потом я хочу
Ну, уже на английском сервере немножко другой состав попробуем. Может, и здесь. Если нам хватит попыток. То есть у нас получается сейчас обратный тест. Вот так вот. Будем стартовать с Огника. Так, 51 секунда, и у нас уже пошел максимальный набор. Если вам видно, еще раз расскажу для тех, кто не в теме, для чего здесь Шиара и Дракончик. Дракончик забирает энергию, Стрелок забирает энергию, Тыковки забирают энергию. И вот когда срабатывает питомец Шиара, она, получается, забирает, не дает так быстро набирать энергию. То есть, чем больше у вас будет юнитов, то есть, в данном случае это пиромаги плюс тыковки, все остальное, смотрите, за 20 вообще отлично. Самый, кстати, неплохой результат. Сейчас может еще и в топ, ну вряд ли мы в топ выйдем, хотя все может быть. Получается, архи у вас не будет набирать энергию и, соответственно, не будет включаться очень быстро. Сейчас посмотрим. В общем, смотрим. Такой состав, он не максимальный, не особо там топовый, но в принципе... Можно убрать отсюда Огника, поставить ту же самую Фрею, но там есть нюансы. Лучше сердцеедку, мне кажется, даже будет поставить. Пишите в комментах, какие вы хотите видеть составы. То есть можете написать состав, который протестировать. То есть такое, такое, такое. Будем это пробовать. Ну, как видите, вот сейчас не дают включаться, то есть 500-ки вылазят только так. Ну вот, где-то чуть-чуть, сейчас посмотрим, интересно, за сколько мы убьем. Ну, 37 секунд было, такой, скажем, результат. Ну, тут надо улучшать прокачки и все остальное. То есть 5 мы выбьем в любом случае. Должны, по крайней мере. Там дальше как пойдет. А можно попробовать убрать отсюда Химку. Поставить кого-то другого. Многие писали Душика попробовать как вариант, почему бы и нет. Так, ну давай 5. Сто пятьдесят. Ну, в топ-3 в принципе вошли, должны войти. 150, то есть, ну, плюс-минус пара секунд, как видите, играет свою роль. Так, а теперь у нас будет, ребят, нестандартная тема. Я хочу потестировать другой вариант. Вот такой вот. Посмотреть, что у нас получится с этого. Так, для этого мы поставим эмблему исцеления. Смола. И сделаем вот так вот. Такс. Тест номер 2, в принципе, надеюсь. Посмотрим разницу хотя бы. Что же все-таки для тыковки в данном случае будет лучше. То есть все то же самое, без смотра. Ну, плюс-минус тут может быть включение, ну, просто интересно уже посмотреть, как оно.
Предыдущие попытки мы закончили где-то на 20 секундах. Вот видите, тут 1 секунда, 2 секунды. Проигрыш. Вот видите, сейчас он включается. Где минуса проходят, включается, получается. Да, тут уже явно топового результата, такого как там. До 5, возможно, добьем, и то не факт. Да, причем разница очень большая, как видите. Такое ощущение, что не хватает прям разгона. То есть где-то будет половинка. Вот так вот даже. Секунд 10-15 разница, то есть получается исцеление однозначно лучше. То есть тут не то, что там 100-200 разница, посмотрите, на целое деление, на 400 практически, даже больше, чем 400, на 500. Вот так вот, на четверть получается у нас разница. Поэтому в данном случае исцеление на сегодня все-таки самое топовое. Пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.